Отопление досрочно подали в одно социальное учреждение – детскую больницу на Ленина, где находятся новорожденные. С такой заявкой к энергетикам обратился главврач. Дата централизованной подачи тепла пока неизвестна. Напомним, это происходит, когда среднесуточная температура держится на отметке плюс 8 градусов в течение 5 дней подряд. Роспотребнадзор Красноярска начал проверку межрегиональной кейтеринговой компании после жалоб на школьное питание. Специалисты осматривают пищеблоки, берут пробы продуктов и готовых блюд и изучают документацию. Мордовская фирма отвечает за школьное питание в 5 районах города. В первый учебный день часть учеников осталась без обедов, другие жаловались на качество еды. Уголовное дело бывшего замначальника ГИБДД по Красноярскому краю передадут в суд. По версии следствия, Руслан Семирозум в 2020-м заставлял подчиненных строить себе дом и использовал служебную технику. Подозреваемый возместил материальный ущерб в 50 тысяч рублей. Сейчас дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинения. Собака напала на подростка в Солнечном. На кадрах видно. Пес на поводке выходит из лифта с хозяином и кусает мальчика. Владелец оттаскивает питомца и уходит. После подросток еще какое-то время держится за место укуса. В комментариях жители микрорайона поделились, что это не первый случай агрессивного поведения этой собаки. Бизнесмена оштрафовали за купол на историческом здании в Красноярске. Речь о постройке начала 20 века на Карла Маркса 96. В 2021 году прозрачный купол отстроил собственник бара, расположенного в здании. Туда с проверкой нагрянула служба по охране объектов культурного наследия и выяснила, конструкцию установили незаконно. Бизнесмену придется заплатить штраф от 200 тысяч до 5 миллионов рублей.